Накануне за час до полуночи во тьме кромешной в центре Екатеринбурга, в квартале от площади обороны, во дворе бывшего ведомственно-заводского, а ныне просто частного детского садика «Шваба Эврика» на Мамина Сибирька 170, неизвестные злодеи подожгли летнюю веранду с игрушками, которые детвора, вероятно, оставила здесь еще до тотального карантина. Местный люд заметил дым и пламя, и кто-то вовремя набат ударил. Три огнеборческих автомобиля примчались в садик с опаленной верандой. По-быстрому раскатали пожарные рукава и в один единственный ствол пламя погасили. Кроме крыши и деревянного пола на 10 квадратах, огонь испоганил бесчетное количество игрушек и две пластиковых тележки, в которых детвора в песочнице играла. До журавликов в цветнике пламя не добралось. Тряпичные куклы тоже уцелели. Но по сообщению ночных репортеров, вокруг сгоревшей веранды ощущался запах горючки. К летнему детсадовскому павильону провода не тянулись. Таким образом, версия о коротком замыкании исключена. К тому же, по слухам, веранду подожгли с разных сторон. Есть хрупкая надежда на то, что на фасаде садика находятся камеры наблюдения. Их в карантин отключать не стали. Поздней осенью 2016-го по Екатеринбургу прокатилась целая волна поджогов летних веранд в детских садах. Тогда все началось с ЖБИ. После двух десятков поджогов в одном из садиков засветился 19-летний студент строительного колледжа Славка с ЖБИ, который на допросах признался в двух десятках поджогов по пьяной лавочке. Парень детально объяснял, где он покупал бензин и керосин, но потом в суде заявил, что со страха себя оговорил. К тому же у него психиатры обнаружили проблемы с головой. Можно предположить, что на этот раз летнюю веранду в детском садике подожгли бухие юнцы, мающиеся от безделья.